Пане Романе, президент Зеленський дав велике інтерв'ю Fox News лише за 2 кілометри від лінії фронту. Та от президент в цьому інтерв'ю запевнив, що ми будемо готувати новий контрнаступ вже в цьому році. Водночас президент Зеленський додав, що оборонятися – наше завдання номер один. От хочемо почути вашу аналітику стосовно цієї заяви. От того, що вона була за 2 кілометри від лінії фронту, вона ж хуже і краще не стала. Непонятно, кстати, якраз подход к безопасности первого лица. Зачем приезжать за 2 километра от линии фронта, чтобы давать интервью? Первое лицо – это носитель функционала. И этот функционал – это безопасность государства. Поэтому им рисковать уж точно не надо. По поводу обороны, однозначно в обороне. Почему? Потому что сил, средств на наступление на данный момент, по крайней мере, не видно. По крайней мере, на наземное наступление в этом году. Потому оптимальный вариант, конечно, оборона, активная оборона, там, где это возможно, максимально нанося противнику поражение. А уничтожать противника можно дальними средствами поражения в зависимости от времени их поставки. Подойдут ракеты, будем ракетами отминусовывать. Подойдут самолеты, будем самолетами наносить поражение с определенной, естественно, последовательностью. Сначала завоевав превосходство в воздухе, а потом работая уже непосредственно по земле. Ну а как только будет достаточное количество сил, средств, скорее всего, будет продолжено наше наступление прошлогоднее, которое было остановлено из-за недостатка как раз дальних средств поражения, ракет и самолетов. Сполучені Штати Америки якраз таки працюють над відправкою ракет «Атакамс» на відстань 300 кілометрів до України. Про це інформує «Білий Дім». Про які терміни поставок може йтися та про яку ймовірну кількість? І 2 роки вже працюють над определеними сроками поставки. Так от теж 2 роки буде літом. Этого года. С 22 года у нас есть «Хаймерсы» для того, чтобы отстреливать «Атакамсы». «Атакамсы» нам дали только на посмотреть в прошлом году. Пару десятков они очень хорошо себя показали, дальности 100-мильные М-39. Потому будем ждать уже столько, сколько надо, будем ждать, пока эта работа непосильная в таком... это тяжелый труд, это надо где-то взять ручку, надо подписать указ о передаче «Атакамсов». Это тяжелейшая работа, потому, я думаю, еще несколько месяцев она займет однозначно. Но мы подождем, нам деваться-то некуда. Втім, пане Романе, маємо і іншу новину про те, що «Атакамс» не зруйнують Кримський міст, вони можуть лише стати доповненням. От питання до вас, яке, мабуть, хвилює більшість, як нам таки зруйнувати Кримський міст? Ну, почему они полностью уничтожить мост? Ну, для этого надо серьезная подготовка, авиаподготовка. То есть это заход нескольких эскадрилей тяжелых бомбардировщиков с свободно падающими авиабомбами, которые несколько километров моста, то есть железобетонного моста уничтожат, если говорить об уничтожении. А если говорить об выводе из строя, то есть о прекращении перемещения по нему грузов военных, нам это сейчас важно, вывести его из строя. Вот вывел из строя несколько тонн взрывчатки, которая заехала машина еще в позапрошлом году, вывела из строя этот мост довольно-таки на серьезное время, то есть несколько месяцев он был выведен из строя, через него практически не шла военная продукция. После этого это все служба безопасности. Одного беспилотника, то есть БЭКа, хватило для того, чтобы вывести из строя, опять же, сбросить ферму моста и вывести из строя мост еще на несколько месяцев. Потому нам очень важно именно вывод из строя этого моста, а не уничтожение на данный момент. А вот вывести из строя десяток «Атакамсов» мост. Дело в том, что «Атакамс» — это ракета с боевой частью в 225 килограмм. Это не 90-килограммовая для «Хаймерс» М-31, это 225 килограмм ракета 300-километровая, десяток ракет, только это те, которые пройдут, и которые ударят где-то в одну точку соединения фермы с опорой моста. Они сбросят ферму однозначно, потому что мост построен так, называемая постройка, его воздухом сдувает, потому что в 2 раза его воздухом сдуло. Но если так правильно говорить, что взрыв, допустим, над
поверхностью, над поверхностью моста, это где-то 2 метра был, не меньше. Взрывная волна — это, по большому счету, тот же воздух. Так же само взрыв, это когда была машина, так же само взрыв бэка безэкипажного катера под мостом, это тоже воздухом его сдуло, потому что он лежит накатом сверху. Потому удар непосредственно тяжелой боеголовки по основанию моста или, допустим, по ферме, там, где лежит ферма, лежит на опоре, снесет ферму однозначно, он его разрушит. Это не тот мост, это не мост в Антоновске. И, как мы видели, перфорация, допустим, ракеты МиМ-31 с 90-килограммовой боеголовкой. То есть это там была действительно перфорация, несколько десятков ракет зашло, вывело из строя, но не полностью разрушило. А это чуть по-другому. Здесь как минимум 2,5 раза больше боевая часть, ну и десяток ракет, зашедших в одну точку, по большому счету решит вопрос. И, естественно, в дополнение это может быть заход тех же «Таурусов». «Таурусы» вообще 450 килограмм боевая часть, то есть еще в 2 раза больше, чем у «Атакамсов». Плюс «Бэки». «Бэки» однозначно будут работать. То есть достаточное количество безэкипажных катеров, опять же, до десятка больше не нужно. Либо подводных беспилотников, они у нас тоже есть, уже стали на боевое дежурство, выведут мост из строя. И это будет все в этом году, может быть, даже в ближайшее время. Сподіваємося на це. Пане Романе, процитую начальника штабу 12-ї бригади АЗОВ Богдана Куртевича, що якщо зараз немає військ для ротації, то не буде військ обороняти Київ та Харків. Чи дійсно нехтування ротацією фронтових бригад може призвести до нестачі особового складу? І як вирішити цю проблему зараз? На Київ, на Харків ніхто не збирається нападати. У росіян нет сил і средств в ближайшее время осуществить такого роду операції. Ближайшие где-то года 3-4 точно не будет. А вот то, что ротацию надо делать однозначно, давно уже надо было сделать, еще год назад как минимум, даже больше, 1,5. Почему? Потому что больше, чем 1,5 года выполнять боевые задачи невозможно. Ни психологически, ни физически. То есть это очень большие нагрузки, потому ротировать надо однозначно, причем не просто ротировать. Надо демобилизовать срочников. Ну, уже первый шаг сделан, закон сегодня был принят Верховной Радой о разрешении, по крайней мере, Верховному главнокомандующему, президенту, своим указом увольнять срочников. Я думаю, это будет сделано. Вторым указом надо, опять же, увольнять мобилизованных. Нам надо демобилизовать всех мобилизованных под военное положение. Почему? Потому что армия должна быть профессиональной, мобилизованная. Мобилизованным нечего в армии делать. И если те, кто подпишут контракты и станет профессиональными военными, вопросов нет, это будет профессиональная армия. Но демобилизация должна быть полностью. А в армии есть определенные сроки ротации, они должны быть выполнены, и здесь проблем больших не будет. Вопрос, где взять достаточное количество сил, средств для демобилизации и для пополнения вооруженных сил Украины, в силах обороны Украины. Дело в том, что у нас в силах обороны Украины до десятка силовых структур, до десятка. Вооруженные силы Украины — это одна часть, там, ну, наверное, третья часть от сил обороны Украины. Нужно перевести, то есть снять спецучет, снять бронь как таковую и завести оставшихся 700-600 тысяч человек в состав вооруженных сил Украины, увеличить их хотя бы до миллиона человек. То есть тогда будет у нас профицит. Сейчас на линии боевого соприкосновения до 100 тысяч человек. Рядом еще на второй еще 100 тысяч. Сотка обучения и доформирования. Еще 100 тысяч вдоль линии в границе стоит. Вот 400 тысяч где-то, ну пусть еще 100-500 тысяч принимает какое-то участие. А у нас миллионная армия, у нас силы обороны больше миллиона, ну, по крайней мере, так декларируется. Еще 500 000 где? А надо найти эти 500 000 и поставить всех в строй. Причем это, во-первых, госслужащие. Во-вторых, это профессиональные военные. Весь этот миллион — это профессиональные военные, которые, ну, мотивированы, потому что получают денежное содержание, профпригодные, потому что они года, то и десятки лет обращаются с оружием. Это силовики
внутренние, определенные внутренние силовые органы, вот они должны быть в строю, когда враг напал внешний, какой внутренний? Внутренний у нас есть безопасность, служба безопасности, займется она на себя, возьмет этот функционал, а силовики все должны быть в строю вооруженных сил Украины, и тогда у нас будет большая проблема. У нас будет профицит личного состава, нам некуда его будет девать. Потому вот такой грамотный подход к пополнению личного состава и вообще к строению государственной власти в момент войны, он решит все вопросы. Також, пане Романе, давайте поговоримо і про зброю, бо цього року Данія надасть допомоги на суму щонайменше 1,8 мільярда євро. Про це сказав сьогодні президент Зеленський. От вам відомо, яку зброю ми отримуємо на ці гроші? Ну, це точно розходники. Тобто, це будуть розходні матеріали. Во-первых, то, що нам треба. Перше – це боєприпаси, ракети. Некоторые средства поражения, те, которые не задекларированы, дело в том, что часть средств поражения, то есть они идут под грифованием секретным, мы их и не услышим, но, скорее всего, это ракеты. Это ракеты, это беспилотники, плюс авиационные средства поражения. Опять же, они пойдут к самолетам. Потому довольно-таки серьезный пакет, но хорошо, что у нас вот таких стран много. То есть нам надо цифры там не в 1,5-2 миллиарда, нам цифры надо в десятки миллиардов по году. Но так как стран много, стран такого уровня несколько десятков, по большому счету Европа может перекрыть наши потребности в вооружении в этом году без больших проблем. Главное переориентировать некоторые моменты в производстве и продаже оружия на страну, то есть третьим странам, за пределы Евросоюза, развернуть полностью все производство европейское в нашу сторону под наши потребности. И мы этот год пройдем, и выполним те задачи, которые как минимум видны нам для нас в этом году, то есть удержать линию фронта, уничтожить большое количество российских оккупантов на нашей территории и создать условия для дальнейшего продолжения наступательных действий. Європейські країни намагаються зібрати 1,5 мільярда доларів як екстрене фінансування, щоб забезпечити Україну артилерійськими снарядами. Про це повідомляє Financial Times. Чи вдасться таким чином компенсувати відсутність допомоги від США? І чи дієва така схема закупівлі боєприпасів, на вашу думку? Інститут провів дослідження по потребностям вооружених сил України для виконання бойових задач і видав доволі такі цікаві цифри. Всього лише в 2 рази треба увеличити воєнну допомогу Україні, Європі, і ми повністю перекроємо всі наші потреби. Тому от це правильно, це той очікуваний ход, куди зараз йдуть наші союзники. Те больше 50 стран, которые есть в нашей коалиции. То есть вот это хотя бы увеличение в 2 раза. Каждая страна, а это небольшие суммы. Некоторые страны, допустим, та же Франция, 0,7% всего лишь выделяют нам в помощь. То есть военную помощь имеется в виду. 0,7 ВВП. Ну это смешные цифры. Умножить в 2 раза и увеличить в 2 раза, и в принципе вопрос снабжения боеприпасами и военной техникой будет решен. Это вот по Франции, а хотя есть некоторые страны, конечно, наши друзья, близкие и по духу близкие, в том числе страны Балтии, они несколько процентов уже выделяют от ВВП, уже выделяют. Но всего лишь увеличение в 2 раза, пусть не от этих стран, а от основных спонсоров наших и серьезными экономиками, даст возможность нам вистояти в цьому році. Також, пане Романе, вже завтра 2 роки Великої війни. Якось от прийнято журналістів постійно підбивати підсумки. От якби Роман Світан оцінив ту ситуацію на фронті, яка є зараз, от і де та точка, де ми зараз перебуваємо? І от взагалі ясно, що ніхто не любить прогнозів, але от прогноз від вас надалі, що буде? Ми почали воювати на Донбасі з 2004 року. С 2004 года россияне начали заполонять Украину. Причем заходили серьезные специалисты, заходили агенты спецслужб российских. Они сначала заходили на Донбасс, почему
пришлось воевать их еще оттуда, с 2004-го. Потом с 2014 года это уже была военная экспансия. Это они в Крыму Лайтово его захватили. То есть там уже находилась военная база российская, очень много военных, военнослужащих, и по большому счету приказ покинуть Крым вооруженным силам Украины, который был отдан нашим руководством на тот момент, создал для россиян такие лайтовые условия по захвату. А вот уже в 2014 году они зашли на Донбасс, и там мы их встретили. Я был в то время военным советником губернатора Донецкой области, встретили по полной. Сколько было у нас вооружений, все использовали, пока подключились наши внутренние силы, остановили, в конце концов, их на нескольких рубежах. И война, для нас война уже лет как минимум 20 донецких, реальная 10 лет. Это Украина ее почувствовала только 2 года, а мы это чувствуем уже горячую войну 10 лет. Но исходя из определенной динамики развития военных баталий, мы где-то находимся сейчас на середине, это сейчас у нас середина войны как таковой. Потому еще где-то как минимум года 2 будет, 2-2 с половиной года такой горячей войны, как вот она последние 2 года была. Потом еще лет 7-8, пока будет распадаться Российская империя. Причем сегодня заложен вот этот фундамент для распада Российской империи. Сегодня было принято постановление Верховной Рады о признании ингушей, ингушской нации, ингушской народности, ингушской республики и вообще государства ингушского. И геноцид ингушского народа 92 года подтвержден нашей Верховной Радой. Причем управлял этим геноцидом Шойгу на тот момент. 92 год, тысячи ингушей были вырезаны, несколько сел были уничтожены. И вот сегодня Рада приняла, вот с этого начнется развал России, Российской империи, еще как минимум 20 государств пройдут такую же процедуру признания нашей Верховной Радой, но этот процесс он будет долг. Это лет 7-8 уже после серьезного поражения российской армии. То есть примерно нам еще лет 10 находиться в состоянии войны, по крайней мере армии это точно, потому все, почему нам важна, очень важно именно создание профессиональной армии. Лет 10 нам профессионалам еще воевать. Это не должно участвовать гражданское общество в войне. Гражданское общество такие войны не выдерживает. Их выдерживать могут только профессионалы. Потому сейчас надо уже, лучше позже, чем никогда, но надо заниматься именно профессионализмом в армии, чтобы люди на войну ходили как на работу. Это как раз не показывает принадлежность гражданина к воинскому сословию. Пане Романе, Американський інститут вивчення війни повідомив, що Росія проводить перший за півтора роки згуртований наступ, щоб спробувати досягти одну із головних цілей війни. Перший згуртований наступ, що мається на увазі та про яку основну стратегічну мету зараз йдеться? Росіяни розвернули наступальні дії, тобто прошлогодній воєнний потенціал, який наступальний вони скопили, ми його чуть здвинули нашим наступленням літнім в зимній період, тобто у росіян була не літня кампанія воєнна, а зимня. От вони зараз її продовжують, можна сказати, закінчують, десь ще на місяць-півтора у них залишилося бойового цього накалу. Она сейчас уже, можно сказать, широкоформатная. То есть весь Восточный фронт от Угледара до Купянска пришел в движение. Россияне пытаются ввести в бой все силы, средства, которые у них есть. Есть видна уже определенная тактика, которая завязана на всю линию фронта, около 200 километров. Пока, ну, понятно, не все у них однозначно получается. Почему? Потому что среднее звено командиров там не профессионалы, это сразу видно. Собрать они докупы все не могут, какие-то локальные вопросы решать могут на ширине 10-12 километров, но не более того. Вот сейчас видно давление россиян в районе Маринки, пытаются они продвинуться на Курахово, чуть южнее взять в окружение Угледарский, ну общее направление понятно, взять в окружение Угледарский выступ, Угледарский гарнизон, Сиверский, Сиверско-Белогоровский гарнизон, также это вклинение. Бахмут и район Купянска, Купянско-Кременной, там тоже движение есть довольно-таки серьезное, и давят в той же Авдеевке. Дальше они двигаются на Степовое, на Ласточкино.
Это видно движение российское в сторону Орловки. То есть весь фронт практически движется у россиян. Это именно как раз и вот говорит о такой серьезной подготовке. Плюс по югу идет сейчас накачка российских войск в Крым. В Крыму увеличилась группировка где-то в 1.5-2 раза. Общее направление, скорее всего, левый берег Днепра. Это для того, чтобы удержать его, по крайней мере, попытаться сбросить наши войска в Днепр. И боятся наших движений в сам Крым. То есть понимают прекрасно, зайдут самолеты, зайдут дальние ракеты, у них начнутся в Крыму большие проблемы. Вот они увеличивают плотность войск. Пане Романе, тепер бліц, коротке питання, така ж сама коротка відповідь від вас. Пройдемося от по основним тезам інтерв'ю президента Зеленського Fox News. От втрати росіян на фронті в 5 разів більше за українське. Так чи ні? Так і є, тільки для нас теж багато. 400 тисяч на 5 розділіть і увидите наші потери, якщо так, як президент говорить. Зеленський також сказав, що якщо українці повернуться за кордон, то економіка підніметься і з'явиться багато нових робочих місць, буде більше, з його словами, податків. Чи погоджуєтеся? Так чи ні? Да, только для этого надо создать условия. Для этого надо разрушить тот концлагерь, который создали сейчас политики в Украине. Украина сейчас это в чистом виде концлагерь. Вот о разрушении его, открытие и создание нормальных условий европейского существования даст возможность вернуться нашим гражданам в Украину и платить налоги здесь. А звільнення головкома Залужного та зміни в керівництві Збройних сил – це не зміна курсу України, це перезавантаження військового менеджменту, чого давно не було. Так чи ні? Да, так оно і є, тільки ця перезагрузка командування привела к перезагрузці Авдіївського плацдарму. Наші війська туди вийшли, росіяни загрузились, тому іноді буває от така пряма проблема. Світ не дуже готовий до поразки Путіна. Чи дійсно, на вашу думку, за словами так, президента, світ боїться цієї поразки та боїться змін на території Росії? Ні, однозначно ні. Мир вже зрозумів, що Росію треба розвалювати. Іменно навіть діло не в Путіні, а в самій Росії, в самій імперії. Вона буде розвалена, це вже все зрозуміло. Остались просто старі договоренності між тими с прошлого тысячелетия дедами, которые до сих пор не могут уйти от дел. Потому как только этот момент, один из них, из этих великих договорителей, уже ушел в мир иной, это Киссинджер, с ним ушла целая эпоха, но вот еще остались коптять небо как раз вот эти договорники, от которых до сих пор мы не можем избавиться. Також, пане Романе, от буквально зараз з'являється новина про те, що ми, наші Збройні Сили України, ймовірно, збили ще один А-50 над Азовським морем. От ця новина з'явилася буквально зараз, ми її зараз не перевіримо, але якщо це правда, от що ви думаєте про це? Вони буквально через неділю вже обратно вернули А-50 для контролю воздушного пространства, тому діло времени було, коли ми його соб'ємо опять. Причем они по тому же самому маршруту его запустили. И, скорее всего, там же его и сбили. Есть у нас достаточное количество сил, средств, чтобы уничтожать А-50. И это же Ил-76. То есть, по большому счету, это такая большая корова, которая, это мы их называем, истребители называли их в свое время сарай с крыльями. Так вот, этот сарай с крыльями еще сверху у него на горбу несет радар. Это вообще неповоротливое создание, потому они будут уничтожаться, как только у нас возникне така можливість, не виключаю таку можливість, що вона вже возникла. Скільки в росіян ще залишилося цих літаків? Немного, кілька штук всього лиш. Тобто десь 3-5 штук такого рівня, але діло в тому, що основні, вони різні по локаторам, по состоянию локаторів і системи управління. От самі новіші ми їх вже уничтожили. А эти оставшиеся, это старые советские, у них не такая дальность обнаружения и нет такой функционала, который был у того Ил-76, А-50, который мы завалили перед этим в Азовском море.
Будемо сподіватися на підтвердження цієї новини. А ми вам, пане Романе, дякуємо за цю розмову, дякуємо за ваші чіткі відповіді та вашу аналітику. Нагадаю, Роман Цвітан, льотчик-інструктор та полковник запасу, відповідав на найголовніше питання сьогодні. А з вами були Владислав Солов'єв, Ольга Білан. Ставте цьому відео лайк, напишіть коментар, наприклад, звідки ви нас дивитеся, та що ви спитали в пана Романа Цвітана, та побачимось в ефірі на 24-му.